давайте поаплодируем Станиславу Анатольевичу Лысенко! Человек, который в свои времена, который радовал нас за Дмитрием Николаевичем. Итак, друзья, проведем небольшой опрос. Станислав Анатольевич немного намекнул на то, что же будет дальше. Есть у кого-то какие-то мысли? Может быть, кто-то поделится? Каким вы себе представляете новый брендинг профессионального футбольного клуба «Кубань»? Он будет желто-зеленый! Так, отлично. Он будет желто-зеленый. Отлично. Только желто-зеленый! Связан с Екатеринодаром. Поаплодируем. С гидростроем! С гидростроем, да. Конечно же, это гидрострой. Не будем тянуть, друзья, потому что поздно уже. И слишком долго мы этого ждали. Прямо сейчас на ваших глазах состоится историческое событие. Представление брендинга профессионального футбольного клуба «Кубань». Внимание! Минуточку, привет, как тебя зовут? Можно? Можно? Привет, Никита, ну рассказывай. Можно? Мне очень нравится футбол, я уже давно увлекаюсь, и Кубань, я считаю, самая лучшая компания в нашей стране. Если обернуться, то это подтверждается. Самая лучшая компания в нашей стране – это профессиональный футбольный клуб «Кубань». Друзья, итак, если разобрать немного брендинг и посмотреть, что это и о чем это. Мы искали символ, который бы объединил и рассказал бы о нас, о кубанцах, о Краснодарском крае. Все, что мутно в одном символе. И этим символом, а мы еще не говорим, да, что это за символ, давайте еще разочек посмотрим презентацию брендинга. Внимание на экран. Ну-ка, давай. Я и так сказать, для разбора философии нового брендинга я хотел бы пригласить сюда на нашу импровизированную футбольную сцену пресс-атташе профессионального футбольного клуба «Кубань» Николай Кристиев, Раша Басин. С
всем добрый вечер. Кто что увидел здесь? Солнце! Коля, это солнце! Так, хорошо. Можно слайд номер два. Что это значит? Яйце черное! Солнце! Что это значит? Можно! Рай! На самом деле мы молодой клуб, мы находились как бы самой темноты футбола российского. Поэтому вот этот цвет появился. Следующий слайд. Кто скажет, что можно? Это? Можно? Солнце, включите слайд следующий. А может и подсолнух? Женщина! Следующий слайд. Где же я, блядь? Еще следующий слайд. Еще а солнце. Следующий слайд. Следующий слайд. А теперь сколько лучей у солнца? Любое число назовите. 28. Отлично. Миллион, пожалуйста, мешочек. Сколько лучей? Кто знает? 28! 8! Да, я знаю, мне можно говорить? Конечно, можно. А, в этом символе 25 лучей. Николай, а почему? Пожалуйста, следующий слайд. Вообще с экрана. Смотрите, мы вам показывали. Черная на соседнем. Туда бегать. В нашем крае 26 городов. 25. О, край и столица края Краснодар. Конечно, у нас много и районов, и районных центров. Ну, взяли пока города. 25 лучей солнца. Следующий слайд. Следующий слайд. Спасибо. Это наш край, наша команда. Следующий слайд. Что это, кто что видит здесь? Что? Чаша стадиона, сказали. Чаша стадиона. Окей, можно следующий слайд? Смотрите, похоже? Стадион. Костя, это Кубань или нет? Да, это стадион Кубань. Закрыли болельщиков. Окей. Следующий слайд можно? А это не поля? Это урожай! Послушайте, это урожай, последний напиток. Вы походу конопли нашли. Поэтому как бы урожай никогда не верится. Кстати, хороший урожай сегодня. Кубань. Костя, есть и дополнительные смыслы, конечно же, я знаю. Я просто знаю. У этих кругов футболисты и вообще клуб никак не может существовать без своих болельщиков. Поэтому эти лучи, вернее, эти круги вокруг солнца, это болельщики, это руководство клуба, это футболисты, это тренеры, и это все, кто болеет за профессиональный футбольный клуб «Кубань». И помимо этого, это наша кубанская энергия солнца, которая позволяет нам либо, простите за жаргонное, но жарить соперника, либо устраивать ему голевую засуху. И это все «Кубань». Спасибо. Мы хотим представить... Нет! Сука! Под Краснодар! Просьба ко всем внимание на экран. Я вас, бляха, вы чё, охуели? Вы только своего покрасали. Вы пока что не имеете. Константин. Не пора ли... Мы можем, да, уже? Можем. Что мы можем сделать, да? Что мы сделали с нашей формой? Мы... Ох, что же мы сделали с формой, друзья? Прямо сейчас мы хотим презентовать новую игровую форму профессионального футбольного клуба «Кубань». Под ваши аплодисменты я приглашаю футболистов команды. Давайте громко им аплодируем!
Желтые верты. Домашний комплект. Поаплодируем им. Вратарские формы, парни, если можно, шаг вперед, чтобы вас увидеть. Спасибо большое. И, конечно же, выездной комплект, друзья, аплодисменты. Черный верх, желтые трусы, черные гетры. Что самое замечательное, что ни у одного клуба в мире, да что там в мире, в России, нету логотипа, который бы располагался на солнечном сплетении, на месте, которое греет человеческую душу. Все это наш огромный, давайте поаплодируем! Да, конечно, можете поснимать, это наш специальный оператор. Возможно, ребята ближе к трибуне пройдут, посмотрим. Да, ребят, если можно, пожалуйста, давайте встанем вот здесь, чтобы все рассмотрели вас. Ребята, слушаем, какая музыка! Зеленый на бассейн! Объявляем трехминутную фотосессию.